Здравствуйте, в эфире ЮНьюс, новости Оренбурга и Орска на городском телеканале ЮТВ. Меня зовут Анастасия Рожкова, и для начала коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Оренбургская полиция выясняет обстоятельства перестрелки, которая произошла вчера в районе кинотеатра «Космос». По словам очевидцев, в 18:00 на остановке «Космос» несколько автомобилей без номеров окружили маршрутный автобус. После того, как его водитель вышел, лица кавказской национальности устроили стрельбу по водителю. Как сообщают в пресс-службе МВД, ранения от выстрелов получили двое мужчин. Они были госпитализированы в областную больницу. Преступники задержаны не были. Сейчас их разыскивает полиция. Вскоре в Оренбурге появятся новые сотрудники полиции – «Восторг» и «Конгресс». Это патрульные лошади, их наездники – сотрудники полиции. Они сейчас усердно тренируются на ипподроме. Конные патрули решили восстановить по инициативе начальника МВД по Оренбургской области Владимира Слиты. Четвероногие сотрудники выйдут на улицу города уже в августе. В очередной раз ливень в Оренбурге не обошел улицу Чкалова. Транспортные средства практически плавали по дороге. Ливневые стоки заработали лишь тогда, когда на место приехали сотрудники администрации Южного округа, которые из-за такого количества воды даже не могли найти их местоположение. Когда же все-таки это произошло, они подняли решетку, и оказалось, что она просто-напросто была забита. После ее прочистки вода начала сливаться. К другим темам. Наркополицейские города Орска подвели итоги работы за полгода. На пресс-конференцию по этому поводу отправился и наш корреспондент. Сюжет смотрите далее. В этом году нами вынесено 15 предписаний уже главами Ленинской администрации, Ленинского района, Советского района. Уничтожено порядка 60 очагов. Общая площадь составляет порядка 2 гектар. И уничтожена марихуана как раз вот при уничтожении дикорастущей 4 тонны 700 килограмм. Довольно-таки сильно повысилась эффективность работы. По сравнению с прошлым годом выявлено 153 преступления. В том году было только 70. По изъятию наркотиков в том году было изъято 2600, в этом году уже 8,5 килограмм изъяли мы. Заместитель начальника Орского отделения наркоконтроля Евгений Черницкий также ответил на вопросы журналистов, которым, видимо, не хватило положительной тенденции в этой сфере. Участников пресс-конференции интересовали подробности некоторых уже раскрытых преступлений. Хорошие дела, которые можно сказать, которыми можно похвастаться. Один интересный материал, о котором можно говорить уже более-менее серьезно. Наш житель, 35-летний, все равно фамилию озвучивать не буду, как бы так. Опять же, через интернет заказал на $350 США наркотики. Нормально все, пришло. Ну, есть у нас свои как бы методы работы, тоже понимаете, да? При доставке, при получении, нами был задержан он, изъято, сколько было у нас? 11 грамм. Нужно отметить, что орские наркополицейские поддерживают хорошие связи с жителями города, благодаря которым порой и находят притоны наркоманов. В основном граждане обращаются к нам, но есть своя информация оперативная, а по притонам здорово помогают граждане, потому что особенно в многоэтажных домах запах стоит, сразу всех нервирует. Частный дом есть частный дом, там никто, мало кого что интересует. И информация от жителей поступает, которая прорабатывается, есть интересные материалы, сейчас находится в оперативной разработке, все это дело. Вчера в Оренбурге несколько человек вышли на пикет. Они выступали за ужесточение мер наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие в отношении ребенка. Тему продолжит Алена Блеч, которая выслушала всех протестующих. Законодательство нужно менять. Именно с таким призывом вышли на улицу активисты Оренбурга. Их основное требование – ужесточить закон в отношении педофилов. Для того, чтобы привлечь ответственности лицо, которое совершило в отношении несовершеннолетних преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера, в настоящее время необходимо два условия. То есть это чтобы лица не достигли 16-летнего возраста, и во-вторых, чтобы они не достигли половой зрелости. И если с первым пунктом все понятно, то второй дает шанс преступнику избежать уголовной ответственности. Физиологические особенности каждого человека индивидуальны. Половая зрелость может наступить и в 12, и в 9 лет. И в таком случае закон действует против ребенка и нарушает его права. Мы считаем, что законодательство Российской Федерации, в частности Уголовный кодекс, он должен защищать права детей, в отношении которых совершены насильственные действия сексуального характера, а не права педофилов, как это сейчас происходит. И это не пустые слова. В судебной практике уже были случаи, когда преступнику удавалось избежать наказания. И все это благодаря новым поправкам в законе. Когда наших девочек и мальчиков, у них
искусственно понижается возраст, и человек, который произвел противоправные действия, может спокойно уйти от ответственности. Короче, их нужно сажать и как можно дольше. И чем больше он сделал, значит, тем больше он должен сидеть. Вопрос в том, будет ли прислушиваться к этому наше правительство, и уже потом уже менять уголовный кодекс. Я считаю, что это вообще высшая мера наказания должна быть за такие преступления. Рано или поздно все равно мы чего-то добьемся. Я отрицательно отношусь к любым проявлениям насилия, тем более по отношению к детям. Я считаю, что надо активнее бороться за права за наших, за детей. Поэтому я поддерживаю. Может быть, у них детей своих нет? Или они относятся так не очень серьезно к этому вопросу? Просто, может быть, никто на место не поставил своих детей, на место других детей. Да им надо бошки отрывать сразу прямо. А можно я добавлю? Да. Один пункт, очень буквы. На кол. Переходим к новостям культуры. Президент Владимир Путин присвоил двум оренбурженкам звание заслуженного работника культуры. Обладательницами этого почетного звания стали заведующая секцией отдела образовательный комплекс «Щелкунчик» Дворца творчества детей и молодежи имени Поленичко Ольга Ольхова и директор областной библиотеки имени Крупской Людмила Сковородко. Уже 16 августа в Оренбурге стартует ежегодный молодежный фестиваль «Стрит Лайф». Ежегодно его участниками становится более 800 человек, а зрителями свыше 6 тысяч. В этом году участники будут состязаться в брейк-дансе, хип-хопе, бэмиксе, паркуре, футбольном фристайле, стрик-укауте, электроденсе, битбоксе и велотриале. А далее смотрите сюжет Светланы Комаровой о том, как Орская яшма покоряет страну. Орское месторождение яшмы – одно из самых знаменитых в нашей стране. Изделие из яшмы, которое было добыто на горе Полковник, можно увидеть в крупнейших музеях, в том числе в Лувре, Эрмитаже, Русском музее, не говоря уже о том, что в каждой орской семье есть свои изделия из этого камня. Также наш город славен и мастером камнерезного дела. Сергей Баркутбаев всю свою жизнь посвятил изделиям из яшмы. И теперь его работы украшает даже дворец самого президента Республики Казахстан, не говоря уже об отдельных достопримечательностях Российской Федерации. Первая работа громкая попала в Америку, ну а потом уже потихонечку начала президенту Башкирии, Татарстана, это уже я работал с губернатором Милагином, 35 икон только сделал, только и по иконам. Если вот это все ушло бы не вот так, влево-вправо, куда-то, а собралось здесь, и вот здесь сделали иконостас, вот представьте, вот Спас на Крови, там вот иконостас, и второй был бы в Орске, из нашей Орской яшмы. Много работ, которые очень высоко мне оценивали разные художники. Вот я вам говорил, что я вот дружу с камнерезами по всей России. Мы периодически время от времени так обмениваемся, значит, мнениями. Ну, в общем-то, очень хорошие отзывы. Каждый кусочек яшмы Сергей может превратить в настоящее произведение искусства. Возможно, это дар свыше, а может просто любовь к своей родине и богатствам ее земли. Ну, надо что-то делать такое, чтобы ты, Миша, не потерялся. Я просто со временем пришел к такому выводу, что нужен большой, крупный проект для того, чтобы вот снова его, как это, из небытия птица Феникс возродилась. Богатство Великой Степи, вот, которое я хотел, вот, является таким примерно. Можно сказать, на 99,9 решил бы этот вопрос. Сейчас бы уже тут вокруг было бы куча мастерских. Что может лучше украсить город, как не цветы? Именно такого мнения придерживается администрация Северного округа, которая проводит конкурс на лучшее цветочное оформление территории, в котором участвуют предприятия разных форм собственности. Победители получат ценные призы, дипломы, ну, что будет способствовать нашему процветанию Северного округа, а также, ну, все-таки воспитание нашего подрастающего поколения вот в таком прекрасном, ну, свете. Надежда Юдина в конкурсе участвует не из-за призов. Более того, до нашего приезда о конкурсе она даже не подозревала. Просто изо дня в день ухаживала за цветами и наводила порядок на дворовой территории. Так любовь к прекрасному превратилась в хобби. У нас здесь был уголок такой, не очень ухоженный. Ну, так с соседями поговорили, решили в ТСЖ
попросить, чтобы они нам сделали клумбу. Чтобы сейчас здесь было красиво, в самом начале пришлось потрудиться, вспоминает Надежда. На этом месте раньше была стоянка. Соседи долго не могли привыкнуть, что место парковки заменила клумба. А точнее до тех пор, пока не поставили забор. И именно с того момента желание сделать мир прекраснее превратилось в ежедневный труд. Каждый день часа 2-3 уходит. Иногда утром выхожу, я рано встаю. Вечером поливаю, траву пропалываю. Мусор убираю, если есть такой. Самой приятно, людям приятно. Некоторые проходят, спасибо говорят. Некоторые просто не понимают, зачем. Если ты деньги не получаешь, то тогда для чего? Надежда убедилась, что растения намного благодарнее людей. К примеру, елочка, которая теперь соседствует с цветами, свою красоту приобрела только благодаря Надежде. Теперь радует спасительницу своей красотой, и это главная награда для Надежды. Алена Блеич, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Теперь о спорте. Оренбургский студент стал победителем чемпионата России по авиамодельному спорту. Студент второго курса ОГУ Руслан Хусаинов – воспитанник авиамодельной лаборатории Дворца юных техников «Прогресс». Соревнования проходили в июле в Санкт-Петербурге. Руслан участвовал в чемпионате России уже в третий раз. Также он является шестикратным чемпионом области по авиамодельному спорту. Продолжается регистрация команд для участия во всероссийских соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч». Они пройдут уже 10 августа в Оренбурге в парке имени Перовского. Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Контактный телефон вы видите на своих экранах. Афиша предстоящих событий и спортивных мероприятий. 3 августа в 16:00 пройдет областной чемпионат по автозвуку на Кубок Автограда. Место проведения – авторынок «Автоград». 8 августа будет работать специализированная фотовыставка «Строительство и благоустройство 2013». Выставка пройдет в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя. Открытие в 10:00 в СКК «Оренбуржье». А на этом у нас все. Увидимся завтра в это же время в эфире городского телеканала ЮТВ. Напоминаю, что все наши новостные выпуски вы всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте. А также вы можете предложить интересующую именно вас тему новостного сюжета или стать его героем. Для этого вам нужно позвонить по телефону редакции в Оренбурге 43-00-01 или по телефону в городе Орске 37-20-10. А далее вас ждет прогноз погоды. С ним вас познакомит моя коллега Светлана Комарова. 1 августа в четверг в Оренбурге ожидается гроза. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Средняя температура воздуха утром плюс 19 градусов, вечером плюс 20. В Орске 1 августа кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Средняя температура воздуха утром плюс 19 градусов, вечером плюс 20. 1 августа Макринин день. Месяц открывается днем Макриды, указательница осени. Макрида мокра и осень мокра, суха и осень тоже. Check it out, oh, yeah. Detroit City got me gritty, I'm filthy, I can't help it. I really hope to make it with this hand I was dealt with. Staring at my rear view, looking for a clear view. It's hard to pray to God when you fear the devil's near you. Kids turn to burglars, streets are full of murders. Enough to turn you cold, so we all pack burners. Junkies by the furnace and they're trying to keep warm. Doing right ain't feeling right, so I'd rather do wrong. The world is on fire, you can hear the bodies burning. The oil's running out, but the wheels keep turning. Yeah. Tomorrow ain't certain, so I'm living for today. I hope to go to college, but prison's in the way. Enough stress to turn me crazy, so I'm looking much older. Get killed for a coda if you turn the wrong corner. Life expects to see you shorter than you really can imagine. Hope to see 23, the only thing I'm asking. It's another day alone, it's a war to survive. I'm all on my own, hope to make it home alive. It's the street life, street life. It's the street life, street life. My heart turned to stone, man, it's almost like I died. You can run and run forever, but there ain't nowhere to hide. It's the street life. Ты студент, амбициозный, легко находишь общий язык с окружающими и хочешь начать свою карьеру в успешной компании? Тогда сплоченная команда отдела продаж Уфанет ждет тебя. Заходи на сайт команду.уфанет.ру, выбирай свой город и заполняй анкету на вакансию «Сервис-менеджер».